Говорит Москва. Московское время 8 часов. Сто 15 миллионов пассажиров в год. Маршруты в более чем 3500 больших и малых городов нашей страны, а также в 98 государств мира. Таковы сегодня масштабы деятельности Аэрофлота. Летчик должен обладать глубокими знаниями метеорологических условий, быть готовым к любым неожиданностям, которые могут встретиться в полете. Поэтому путь в небо начинается с обстоятельного разговора с дежурным синоптиком. Здравствуйте. Здравствуйте. Готовимся к выполнению рейса 7283 по маршруту Киев-Рига. Прошу проконсультировать. По маршруту Киев-Рига полет в Ложбине. Пересечение холодного фронта на участке Минск-Рига. Облачность 5-10 баллов, средняя. При пересечении фронта 7-10 баллов. Кучево-дождевая, слоисто-дождевая. Верхняя граница 8-10 километров. Грозовое положение. В облаках сильная болтанка. Интенсивное обледенение. Ветер 200 градусов, 100-120 километров в час. Тропопауза 10-11 километров. Понятно. На средние и дальние авиалинии приходится основной объем как пассажирских, так и грузовых перевозок Аэрофлота. Здесь на смену магистральному самолету Ту-154Б пришел более экономичный Ту-154М. Еще более высокие характеристики будут у Ту-204, над созданием которого продолжают работать конструкторы. Thank you.
много опасностей таит воздушный океан. Чтобы покорять его, нужно уметь точно оценивать метеообстановку, быстро принимать верные решения при встрече с грозными явлениями природы.